Добрый день, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOption Signals. И сегодня мы поговорим о том, как начать зарабатывать на бинарных опционах. И если вы еще не подписаны на наш канал, то обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик. А мы продолжаем. Если говорить просто, то бинарные опционы – это прогноз движения цены какого-либо актива, например, валюты, акции или товара, вверх или вниз. И основным преимуществом бинарных опционов является то, что в них не нужно прогнозировать сильные движения цены на десятки или сотни пунктов, как это обычно происходит на рынке Форекс или на любом другом рынке. При торговле опционами необходимо, чтобы цена изменилась всего на один пункт в необходимую сторону, после чего можно будет получить до 90% прибыли с одной сделки. Но также важно и понимать, что, к сожалению, не все так просто, и в случае неправильного прогноза можно будет потерять всю сумму сделки. При этом для получения убытка также будет достаточно изменения цены всего на один пункт. Чтобы начать торговать бинарными опционами, необходимо выбрать брокера, после чего открыть у него торговый счет. Выбрать такого брокера можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов. Также ссылка на рейтинг будет под данным видео. После того, как счет будет открыт, обязательно необходимо пройти обучение по торговле бинарными опционами. Обучающие материалы по торговле можно найти как в сети, так и на сайтах самих брокеров. Для примера, у брокера бинарных опционов Pocket Option можно найти множество материалов в разделе «Руководство пользователя». В данном разделе можно будет изучить как начальные стратегии, так и посмотреть несколько видеоуроков, а также прочитать советы и хитрости о торговле бинарными опционами. И обратите внимание, что не только брокер Pocket Option предоставляет такое обучение. Почти каждый брокер из нашего рейтинга имеет свои обучающие материалы. После получения начальных знаний и для старта торговли будет не лишним подобрать себе определенную стратегию торговли или индикатор. Множество бесплатных стратегий можно найти на нашем сайте в разделе «В помощь трейдеру» и на вкладке «Стратегии торговли опционами». Также можно разработать собственную стратегию для торговли опционами. Для этого можно воспользоваться индикаторами, которые находятся в разделе «В помощь трейдеру» и на вкладке «Программы и индикаторы». В данном разделе представлено множество индикаторов для бинарных опционов, из которых можно составить свою стратегию торговли. Новичкам в трейдинге хочется посоветовать лишь то, что начинать изучение индикаторов стоит с самых простых и стандартных индикаторов, которые можно найти в том же терминале MetaTrader 4. Если у трейдера получится разобраться с работой стандартных индикаторов, то авторские индикаторы будет понять в итоге намного легче. Еще одним способом заработка на бинарных опционах являются турниры. Турниры существуют как платные, так и бесплатные. Но так как мы говорим о заработке, то лучше рассмотреть бесплатный вариант турниров. Такие турниры проводятся на демо-счетах, и суть их проста. Трейдеру нужно заработать как можно больше денег на своем демо-счете, и в случае, если он занимает призовое место, брокер зачислит ему на реальный счет призовую сумму, которую впоследствии можно использовать для торговли бинарными опционами. И на примере все того же брокера Pocket Option турниры можно найти в правом меню, после чего выбрать нужный турнир и нажать на кнопку «Участвовать». Брокер Binarium также предоставляет возможность поучаствовать в турнирах. Для этого в меню слева нужно нажать на вкладку «Турниры», после чего выбрать подходящий турнир. На бинарных опционах можно зарабатывать даже и не торгуя. Для этого можно стать партнером любого брокера и приглашать новых клиентов в компанию. Для такого вида заработка будет необходимо зарегистрироваться в одной из партнерских программ брокеров и получить свою партнерскую ссылку. Также вместе с ссылкой будет доступно множество рекламных материалов, которые будут помогать привлекать новых клиентов. А более подробную информацию о партнерских программах брокера можно найти в разделе нужного брокера в самом конце. Последним способом заработка на бинарных опционах являются сигналы. Сигналы существуют как платные, так и бесплатные. Но новичкам, конечно же, стоит рассмотреть для начала бесплатные сигналы, чтобы понять, как это работает.
Найти бесплатные сигналы можно на нашем сайте в разделе «В помощь трейдеру» и на вкладке «Бесплатные сигналы онлайн». В данном разделе можно посмотреть как активные сигналы, так и результаты сигналов за сегодня и также статистику сигнала. Также бесплатные сигналы можно получать из сайта Pocket Option Online. На данном сервисе также можно посмотреть активные сигналы, результаты сигналов за сегодняшний день и статистику сигналов, как по инструментам, так и по таймфреймам. Если вы планируете торговать через брокера бинарных опционов Pocket Option, то на его платформе тоже можно найти бесплатные сигналы. Они находятся в меню справа в разделе «Сигналы». Но обратите внимание, что такие сигналы основаны на индикаторах, и их стоит чем-нибудь фильтровать, и не стоит торговать по ним всем депозитам. Это были самые популярные способы заработка на бинарных опционах. Главное помнить, что прежде чем приступать к торговле бинарными опционами, обязательно стоит изучить основы трейдинга, а также потренировать свои навыки на демо-счету. И к тренировке на демо-счету относится как и самостоятельная торговля по стратегиям или индикаторам, так и торговля по сигналам. И также не стоит забывать про правила money-management и риск-менеджмента, потому что они очень важны в получении прибыли во время торговли. Если данное видео было для вас полезным, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить обзоры интересных стратегий и индикаторов, а также других тем. Удачной торговли!